Курсы постоянно пополняются. В ближайшее время нас ждет огромное количество новых курсов. Обучение по сторисам, эффективный старт, ВКонтакте на автомате, вопрос-ответ, Инстаграм, это да я, вырасти в 5 раз, это запись марафона, соответственно, обработка фотографий, создание Ютуба, продвижение, марафон контента. Сегодня, завтра все, скорее, завтра у нас с вами появится криптоакадемия, И, соответственно, вы узнаете не только что-то про криптовалюту, научитесь создавать кошельки, поймете, соответственно, вообще для чего она нужна и очень много информации. Соответственно, раздел обучения будет пополняться, и я думаю, что через полгода его просто будет не узнать. Сейчас, в ближайшее время мы этот раздел приведем, он будет очень красиво выглядеть, будет очень удобно сразу видеть всю информацию о курсе, да, то есть перед входом будет, соответственно, очень много информации. Раздел сервисы. Раздел сервисы мы также будем постоянно пополнять. Раздел сервисы, можно сказать, что это возможность автоматизировать ваш бизнес. И, соответственно, этот раздел мы тоже будем пополнять. Мы будем находить лучшие инструменты. Что-то мы будем делать свое, что-то мы будем интегрировать, да, чтобы вы могли попользоваться месяц, понять, нужен вам вообще такой инструмент или нет, чтобы не платить за него деньги. У нас есть раздел миссии, это как пошаговая система для новичка, и этот раздел миссии сейчас будет полностью переделан. Он будет как бизнес-квест, да, то есть для новичка будет объяснять, что ему нужно делать в тот или иной момент, и будет раздел выглядеть очень круто. Соответственно, что у нас еще есть? У нас есть раздел автоворонки, и, соответственно, в этом разделе есть лендинги. Это ваши личные лендинги с вашими, соответственно, данными. И, друзья, пишут, звука нет. Поставьте десяточки, если звук есть, чтобы я понимал. Все, спасибо. Количество лендингов будет пропорционально количеству курсов и количеству инструментов на нашей платформе. Сейчас делается огромное количество лендингов. Их мы увидим в ближайшее время на платформе. Мы сделали возможность, чтобы вы могли прикреплять свой пиксель. Мы научим вас настраивать рекламу, отслеживать эту рекламу, то есть и станете экспертами в этой области. Да, у вас есть сейчас свой бот-помощник, это бот-помощник ВКонтакте, и вот-вот уже на днях появится бот-помощник в Телеграме, то есть это полностью автоматизированная система, которая позволит вам взаимодействовать с вашей аудиторией. И сегодня еще будут новости по автоматизации. У нас есть раздел креативы, где вы, соответственно, можете взять всю необходимую информацию, уже готовую, да, мы для вас делаем, периодически заливаем, это готовые сторисы, это уже какие-то готовые баннеры, шапки, то есть чтобы вы, соответственно, не думали там, да, как оформить свою группу ВКонтакте, пожалуйста, здесь порядка 20 разных шапок, можете взять и сделать для себя какую-то уникальную обложку. У нас раздел розыгрыши, мы периодически проводим розыгрыши, и этот раздел сейчас также будет переделываться. Мы это сделаем в виде колеса фортуны, да, то есть когда вы сразу же можете потратить свой билет не так в розыгрыш, да, можете потратить и выиграть какие-то ценные призы. Вот, и тоже раздел розыгрыша у нас в ближайшее время изменится, да, то есть в лучшую сторону. Но уже сейчас мы проводим с вами огромное количество розыгрышей. За эти 3,5 месяца мы с вами разыграли сколько? Ну, наверное, больше 1 000 000 рублей, это точно. То есть больше 1 000 000 рублей, друзья мои, мы с вами разыграли в разделах розыгрыша. Все должно появиться. Вот. Круто, друзья мои. Дальше больше, соответственно, чем нас будет больше, тем больше розыгрышей мы будем проводить. И по итогам мая месяца, да, то есть 1 июня мы также проведем большой розыгрыш среди участников квиза «Золотые билеты». Как их получить, соответственно, вы можете посмотреть вот в этом видеоролике. У нас есть раздел «Арена». Раздел «Арена» тоже будет переделан сейчас в ближайшее время. И здесь он будет более круто сделан. И здесь люди, которые будут участвовать в разделе «Арена», да, то есть будут получать свои признания по итогам недели, по итогам месяца. И, соответственно, будут получать, да, свою, так сказать, порцию похвалы. Это люди, из которых мы берем пример, да, это люди, на кого мы смотрим и понимаем, что нет никаких границ, и спасибо им большое за это. Раздел вебинары, то есть у нас есть
свой автовебинар, который проходит каждые 10 минут на платформе, и появится много разных автовебинаров на разные темы. Вот, мы, соответственно, будем проводить сейчас еще больше рабочих встреч, огромное количество спикеров, огромное количество лидеров нашей платформы готовы вас обучать. Соответственно, вы в любой момент можете посмотреть записи этих марафонов, да, записи этих презентаций. И это очень круто, когда мы можем учиться друг у друга, да, то есть я говорил о том, что большая ценность нашей платформы – это окружение, то есть сильное окружение людей, да, с которых ты можешь брать пример, у которых ты можешь учиться. И в этом большая ценность нашей платформы, друзья мои, в том, что мы делимся знаниями друг с другом. Вот. И у нас еще много-много чего, друзья мои. У нас есть раздел «Кошелек», у нас есть с вами раздел «Матрицы», да, то есть партнерский раздел. И сейчас, в ближайшее время, мы сделаем так, чтобы было понятно, что человек получает, какую ценность на каждой из матриц он получает. То есть, чтобы человек открыл матрицу за 20 и увидел, какие бонусы, какие инструменты он будет получать. Что он получит на матрице в $40, что он получит на матрице в $80. То есть, мы сейчас распишем каждую из этих матриц, друзья мои. Вот, вот такие вот дела, мои друзья. 3,5 месяца, и вот мы так вот выросли, дальше больше. И, соответственно, сейчас что у нас начинается, друзья мои? Что начинается? Big money, big game. Большая игра, большие деньги. Сейчас мы врываемся в рынок больших игроков, в рынок больших крупных сетевых компаний, да, то есть не хайпов, пирамид, там, да, вот этих вот около каких-то компаний, пустышек, однодневок. Мы хотим конкурировать с лучшими и конкурировать с крупными продуктовыми компаниями, которые уже десятилетия на этом рынке предоставляют свой продукт. Мы не хотим в плане там того, что продуктом как-то конкурировать, не в этом плане, то есть понятно, что IT-бизнес в плане конкуренции, он намного конкурентоспособнее, чем продуктовый, да, сейчас закрыли границы, у многих бизнес встал, потому что нет поставок никаких, соответственно, нету возможности, да, вообще, то есть покупательский спрос упал и так далее. А для IT-бизнеса, ну, нет никаких границ вообще, то есть мы можем заходить легко в любую страну, мы очень легко распространяемся, очень быстро сейчас диджитализация, да, то есть вообще все цифровывается, и, конечно же, бизнес в интернет переходит весь, и здесь мы как нельзя кстати, друзья мои, поэтому IT-бизнес, конечно, он намного сильнее продуктовых компаний, и здесь даже спорить нечего. Посмотрите, я думаю, стоимость, да, компаний, которые сейчас занимают первые места на рынке, и это не продуктовые компании, да, это, конечно же, IT-компании, вот, и здесь даже спорить нечего. Но в каком плане конкурировать, друзья мои? Мы не хотим конкурировать, чтобы там людей переманивать, еще что-то. Нет, в этом-то и крутость, друзья мои. Мы будем конкурировать чеками. Сейчас мы запускаем нашу денежную машину, мы будем конкурировать чеками, чтобы наши люди зарабатывали больше денег, больше чеков. Соответственно, вот правильная, здоровая конкуренция, но это именно конкуренция, да, то есть наших лидеров, чтобы они зарабатывали, на собственном примере показывали, какие действительно можно зарабатывать здесь деньги. И мы запускаем, да, вот этот инкубатор сетевых лидеров, инкубатор сетевых предпринимателей. Но мы не хотим, знаете, такой конкуренции. Мы, наоборот, хотим, чтобы нашу платформу просто гейм ассоциировали как платформу, которая является академией, да, то есть является обучающей платформой для сетевых компаний. То есть чтобы мы могли выращивать сетевых лидеров, понимаете? Единственная причина, по которой человек не заходит в сетевой бизнес, это то, что он сомневается, что у него получится. Он переживает, что у него не получится этот бизнес. Здесь мы говорим о том, что мы тебя научим, не переживай, у тебя обязательно все получится. То есть мы будем надстройкой, так сказать, знаете, надстройкой над любой компанией, и любой компании уже не нужно будет думать об обучении, соответственно, да, они могут думать о каком-то корпоративном обучении, как рассказывать про их продукт, да, там, ценность их продукта, там, и так далее. Мы будем учить их строить бизнес через интернет. Друзья мои, мир меняется сейчас, и сетевой бизнес в том числе меняется. Сейчас наступает время, но мы запускаем сейчас новое поколение сетевых предпринимателей. То есть мы будем просто агрегатор, да, то есть в котором есть абсолютно все.
где не нужно, понимаете, где-то что-то искать. Что, давайте подумаем просто, вот есть лидеры, есть пользователи других сетевых компаний. Что они делают, да, то есть человек пришел в сетевую индустрию, обучения у него в компании нету. Ну, не говорите мне, что у них есть обучение. Я просмотрел огромное количество компаний, понимаете, и, ну, мне стыдно иногда за то, что они дают именно в плане продукта обучения партнеров, потому что в основном это, знаете, типа, создайте 20 страниц ВКонтакте, оформите их однотипно, зарядите их в какую-нибудь систему, которая будет автоматически спамить и так далее. Ну, стыд и позор, друзья мои, то есть нужно быть, а не казаться. То есть мы же говорим о том, чтобы выращивать лидеров, то есть чтобы быть, а не казаться, понимаете? Вот что важно. Мы хотим, чтобы вы развивали свой личный бренд, чтобы вы понимали, что важно именно качество. И в социальных сетях, и в интернете в том числе. Важно не количество, важно качество, друзья мои. Поймите вы простую вещь. Если у вас будет сделана круто страничка, оформлена в социальных сетях, если вы будете понимать, что такое личный бренд, поймите одну простую вещь, что... Представьте, что вы завели YouTube-канал, и вы круто рассказываете, вы эксперт в своей области и так далее. И 1000 человек в данном случае... Если это ваша целевая аудитория, ваша, которая пришла на вас, она гораздо ценнее, чем 1 000 000 человек там, у другого блогера, потому что ну, есть какой-то детский контент, к примеру, да, то есть, как говорит Big Money, да, то есть... 1000, там, 100 000 человек сегодня, это $1 000 000 завтра. То есть, если это правильная целевая аудитория, да, я могу сказать, что 1000 человек на вашем YouTube-канале сегодня, это 10 000, $100 000 завтра, потому что вы сможете монетизировать свою, да, то есть, это люди, которые пойдут за вами и так далее. Поэтому здесь решает не количество, а качество, да, и как раз-таки это качество мы и хотим давать. Мы хотим просто, чтобы нас воспринимали, чтобы вообще ассоциация была, когда говорят сетевой бизнес и обучение сетевому бизнесу, это платформа просто гейм, где люди могут просто обучаться, применять эти знания на практике, еще и зарабатывать, да. И мы не против, если вы будете участвовать в других сетевых компаниях. Я всегда говорил о том, что иметь один источник дохода – это самоубийство. Нужно иметь 2, 3, 4 источника дохода, друзья мои. Нужно искать то направление, которое вам будет по душе, в котором вы сможете раскрыть свой потенциал, вы сможете раскрыться себя, да, раскрыть себя полностью. И это вполне нормально, когда многие люди на нашей платформе здесь получают знания, инструменты и при этом продают продукцию, БАДы там или... ну, какую-то продукцию своей компании, и это хорошо. И я говорю сейчас именно про конкуренцию по чекам, да, чтобы мы конкурировали именно где больше миллионеров в какой компании. И, конечно же, если мы эту борьбу выиграем, а мы однозначно выиграем, то мы как магнит будем притягивать к себе еще больше лидеров других сетевых компаний. И, конечно же, мы сможем достучаться до основателей этих компаний, что нас не нужно бояться. То есть мы готовы с вами работать вин-вин, да, то есть мы не конкуренты к вам, мы не будем забирать ваших людей, да, то есть относитесь к нам как к кэмпу, да, то есть как к лагерю, где люди ваши придут, получат первый финансовый результат, получат первый образовательный результат, получат какие-то навыки и придут в вашу компанию и начнут уже с другими знаниями, да, то есть и начнут строить серьезный бизнес на долгие-долгие года. Здесь, конечно, я в сетевой бизнес, друзья мои, пришел. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать, конечно же, большие деньги и самореализоваться. Я думаю, что многие сюда пришли за этим. И для меня, конечно, в сетевой индустрии очень важна стабильность. Сейчас очень много компаний, однодневок, пустышек, которые скамятся, закрываются и так далее. Конечно же, очень важна стабильность. И я костями лягу за сетевой бизнес. Я всю свою жизнь буду заниматься сетевым бизнесом. И сетевой бизнес я не променяю ни за что, друзья мои. Я не променяю ни за что, потому что я считаю, что это самый крутой инструмент, который есть сейчас на рынке. Со мной может кто-то спорить, но с точки зрения, да, того, что дает сетевой бизнес людям, здесь трудно поспорить. У нас, к сожалению, в СНГ, да, то есть это нет еще культуры построения сетевого бизнеса. И очень хочется, чтобы эту культуру сетевого бизнеса мы создавали, понимаете, то есть как, ну, образно. Как-то в СНГ, да, к нам пришла культура фитнеса, да, во всем мире там, я не знаю, там 50-70% там Европы занимается фитнесом, следит за своим здоровьем, употребляет правильные БАДы, правильное питание, занимается фитнесом, а у нас там, да, по России, там, я не знаю, там, ну, пример для России приведу, там 5% только людей там ходили в этот в зал, да, потому что в них страшно было идти, это старые тренажеры, дряхлые и так далее. И к нам пришла культура, понимаете, фитнеса,
бизнесов. И сейчас в каждом, посмотрите, как это разрослось, и это еще будет дальше разрастаться. Сейчас на каждом, в каждом доме, мне кажется, есть фитнес-центр, и это доступно каждому абсолютно. Появилась культура употребления спортивного питания. Сначала все воспринимали, что спортивное питание – это ужас, плохо, а сейчас все понимают, что это БАДы, это для здоровья, это хорошо. И появляется культура этого, понимаете? И у нас сейчас появляется культура построения бизнеса в интернете, культура построения сетевого бизнеса, и люди прекрасно понимают, что все деньги в интернете. И я, друзья мои, сейчас лягу костьми, да, то есть и буду доказывать всем и каждому о том, что сетевой бизнес – это самое лучшее, что есть на рынке. И меня много, да, то есть я думаю, что вы видели, сейчас у нас была атака на нас. В феврале месяце нас пытались сломать хакеры, в этом месяце, да, в мае месяце у нас была спам-атака, да, где пытались там очернить меня, выслали какие-то ролики, что там какие-то компании, пирамиды там создает лохотроны и так далее. И люди через интернет могут делать все что угодно, но когда ты встречаешь их на улице, да, говоришь, друг мой, иди сюда, давай поговорим с тобой, ну, вот ты говоришь там, да, что я там создаю там лохотроны и так далее, но скажи мне, да, то есть вот ты критикуешь, я очень хорошо отношусь к конструктивной критике, да, но что ты можешь предложить? Что ты можешь предложить маме в декрете, которой не хватает денег? Что ты можешь предложить студенту, которому тоже не хватает денег? Что ты можешь предложить мужчине, да, который только лишился работы, у него большая семья, и ему нужно кормить свою семью, да, и что ему делать сейчас, если его сократили на работе? Что ты можешь предложить семье, да, у которых больной ребенок, и которым нужно ежемесячно большие деньги на содержание, да, на лечение, и что ты можешь им предложить? Искать вторую работу, третью, четвертую работу, бегать, побираться где-то, занимать деньги, еще что-то, брать кредиты, или, может, открывать бизнес? Что ты можешь предложить таким людям? Ничего. А сетевая индустрия может предложить этим людям все. Абсолютно, друзья мои. Потому что самый лучший бизнес – это тот, который начинается с нуля, без вложения денег. То есть, когда вы с нуля, ничем не рискуя, вы уже прямо сейчас можете начать зарабатывать достойные деньги. Где вы сможете самореализоваться, друзья мои. Это важно. Вы сможете раскрыть свой потенциал, вы сможете самореализоваться и начать сразу же зарабатывать деньги. Вот это, друзья мои, очень важно, и за это я люблю сетевой бизнес, потому что он людей вытаскивает из грязи в князи, позволяет людям, да, отчаявшимся людям, которые попали в большие проблемы, решать эти проблемы, потому что здесь и окружение, да, сильных людей, которые помогают тебе, которые вытащат тебя, да, когда ты попал в эту яму эмоциональную, там, финансовую, неважно, где ты можешь заработать денег, где ты можешь получить знания, за которые в другом месте люди платят большие деньги, а ты, соответственно, можешь получать эти знания бесплатно. Поэтому я за это люблю сетевой бизнес, и этим я буду заниматься всю свою жизнь, пропагандой правильного сетевого бизнеса. Так, друзья мои, ну что, big money, big game, большие деньги, большая игра. У нас запускается сейчас новое направление. У нас закрывается, сейчас чат закрою, люди просят. Так, запретить в чатах, кроме администратора. Все, друзья мои, я чат закрыл. Сейчас я вам расскажу про новое направление, которое запускается на платформе Просто Гейм. Расскажу вам про эту денежную машину, да, про инкубатор сетевых лидеров, инкубатор сетевых миллионеров. И, соответственно, дальше я вам расскажу про цифры, про маркетинг. Все с вами обсудим. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть матричный маркетинг. Сейчас мы в матричном маркетинге пропишем ценность каждой матрицы. Что человек получает за $10, за 20, за 40, за 80, за 160, за 320. Будет подробное описание, и человек будет понимать, какую ценность он получает, если сможет сделать минимальный набор действий. То есть все эти ценности можно получить на нашей платформе абсолютно бесплатно. То есть оплатив $12,5 единоразово, человек может получать
обучения, может получать доступ к сервисам, да, и чем больше активности он совершает на платформе, тем больше инструментов и больше пользы он получает. И матричный маркетинг лежит фундаментом в нашей компании, да, но вы должны понимать следующее, что мы с вами занимаемся бизнесом, и я уже говорил о том, что компания Просто Гейм, платформа Просто Гейм является вашей платформой, это ваш бизнес под ключ, и вы можете использовать эту платформу в своих целях, хотите обучаться, хотите перепродавать все, что там есть, и зарабатывайте на этом деньги. Соответственно, вы полностью получаете готовый бизнес, да, где есть техподдержка, где есть платежные системы, да, где есть, соответственно, команда программистов, которая создает новые продукты, да, где есть лидеры, которые обучают ваших клиентов или ваших партнеров, то есть полная готовая инфраструктура, где есть абсолютно все, и это все еще постоянно нарастает, увеличивается по качеству, и это ваш бизнес. Вот так вы должны относиться, друзья мои. И сейчас мы запускаем новое направление. Это абсолютно новая линейка продуктов. Но на что нацелена эта линейка продуктов? То есть еще раз, мы с вами занимаемся бизнесом. И неважно, какой бизнес. Это традиционный бизнес, это кафе, ресторан, это сфера услуг, это сетевой бизнес. 70% прибыли в этом бизнесе должны быть повторные покупки, когда человек снова приходит и покупает, снова приходит и покупает. И вы каждый месяц с этого клиента получаете деньги. Еще раз, друзья мои, запомните, 70% прибыли – это повторные покупки. Это когда человек снова приходит и покупает, снова приходит и покупает. Да, друзья мои, это рекуррентный платеж. На нашей платформе появляется рекуррентный платеж как дополнительный инструмент. Не как основной инструмент, а как дополнительный. То есть человек также может продолжать участвовать в матрицах, работать в матрицах, но у нас появляется новая линейка продуктов и появляется новый маркетинг с рекуррентным платежом, где вы ежемесячно будете получать с ваших клиентов и будете получать прибыль от ваших партнеров. И сейчас про маркетинг я вам расскажу, но прежде я вам расскажу про продукт. И продукт очень крутой, друзья мои, и когда мы создаем этот продукт, да, и когда мы занимаемся бизнесом в любой сетевой компании, мы себе должны задать один вопрос. Один вопрос, который мы должны себе задать и ответить на него честно. Купил бы я себе этот продукт, да, если бы я не участвовал в этой компании, в этом маркетинге? То есть купил бы я его и пользовался бы я этим продуктом каждый месяц, если бы я не участвовал в этом маркетинге, да, и у меня не было корыстного интереса заработать. Если вы себе скажете, да, я бы купил этот продукт, то этот продукт будет востребован, он будет нужен другим людям. Да, то есть и рекуррентный платеж имеет свойство быть. Да, то есть каждый месяц люди готовы будут покупать, и, соответственно, люди готовы будут оплачивать ежемесячно эту сумму денег. Итак, какие продукты у нас появляются в линейном маркетинге? Это линейный маркетинг, который позволит вам зарабатывать до 10 уровней глубины. И о цифрах чуть позже. Теперь давайте поговорим о продуктах. Какая линейка продуктов появляется в линейном маркетинге? Первое. Появляются марафоны. Сейчас очень популярны будут у нас в СНГ. Вы увидите, в Америке это уже давно популярно. Ну, вообще в бизнесе, да, сейчас все автоматизировано, неважно, там, автовебинары, автоворонки, да, там, туннели продаж, автороботы. В общем, сейчас все, что можно автоматизировать в бизнесе, нужно автоматизировать. Да, бизнес любой должен делаться легко, да, и сейчас роботы должны за нас работать, да, чтобы информация была доступна в любой момент человеку, когда ему удобно, да, то есть сейчас вот эта сфера услуг, она, ну, развивается, да, и это круто, когда я хочу получить какую-то услугу, я ее получаю здесь сейчас, мне не нужно ждать. Поэтому сейчас запускается и к нам вообще в СНГ приходит новый продукт, это автомарафоны, это очень мощный, очень крутой инструмент, соответственно, мы будем делать гибридные марафоны, и у человека, который оплачивает ежемесячную сумму, у него будет возможность проходить 2 марафона каждый месяц. То есть в течение 30 дней ему будут доступны 2 марафона. И как это будет происходить? Смотрите, мы будем проводить марафоны по 4 сферам жизни. То есть, знаете, есть колесо жизни и так далее. То есть мы будем проводить по 4. Это деньги, это личностный рост, это здоровье и спорт, и это любовь, семья, дети. То есть по 4 разным направлениям. То есть человек заходит во вкладку «Марафоны», выбирает из этих 4 направлений, допустим, деньги. Да, там выбирает, допустим, марафон по настройке рекламы, допустим, марафон
по созданию автоворонок, марафон по созданию автоботов, марафон по созданию, то есть все, что связано с бизнесом, с деньгами, да, то есть мы кладем в эту папку. Допустим, человек может пройти марафоны, да, то есть семья, дети, любовь, да, то есть с психологами решить какие-то вопросы, то есть и укрепить свою семью. Можете пройти марафоны по здоровью, по фитнесу и так далее. И почему люди будут покупать эти марафоны и почему, соответственно, вы сможете на них заработать? Во-первых, мы постараемся, чтобы эти марафоны проводили самые топовые спикеры, которые есть в этих областях. То есть мы будем покупать готовые марафоны, мы будем покупать интеллектуальную собственность знаменитых, да, то есть в этих областях, то есть, ну, к примеру, есть какой-то крутой фитнес-тренер, да, то есть он блогер, он фитнес-тренер, и он проводит какие-то тренинги, да, мы готовы выкупить у него за большие деньги его тренинг, чтобы он его проводил на нашей платформе. И мы будем собирать лучших специалистов в этих областях с большим именем, чтобы их имя, да, я могу привести несколько примеров, да, то есть с кем мы сейчас ведем переговоры, но не хочу этого делать, потому что если вдруг не получится, завышенное ожидание будет. Но смысл в том, что чтобы люди не говорили, а, да это фигня, лохотрон, там еще что-то, чтобы люди не выкидывали вот эти поверхностные, да, свои какое-то мнение, чтобы вы смогли, ну, посмотри, кто у нас проводит марафоны, посмотри, какие специалисты у нас есть на платформе. Соответственно, мы постараемся сделать так, чтобы эти марафоны проводили лучше из лучших. То есть человек заходит, выбирает любые два марафона, проходит в течение месяца, каждому из этих марафонов будет свой клуб, да, то есть клуб по интересам, чтобы вы смогли пообщаться с теми людьми, кому эта тема тоже интересна, чтобы вы были не одни, да, в этой нише, и вам было интересно. У вас будет помощник, у вас будут задания, где нужно будет не просто смотреть теорию, чем марафоны отличаются от курсов, да, то есть курс какой-то ты посмотрел наедине с самим собой, и получилось, не получилось, неважно, то есть применил на практике, не применил на практике. Марафон – это возможность теорию применять на практике, то есть ты не переходишь к следующему заданию, пока ты не выполнишь вот в этом уроке это задание, ты не выполнишь, ты не перейдешь к следующему. То есть ты должен что-то делать, и твое задание проверяют, дают тебе обратную связь, и по итогам этой обратной связи ты переходишь к следующему заданию. В этом кайф марафонов, когда ты в окружении сильных людей, которым эта ниша тоже интересна, ты развиваешься, общаешься в этом закрытом клубе на эти темы и, соответственно, лучшие марафоны. К этим марафонам у нас будут готовые видеокреативы, которые можете использовать в социальных сетях. К этим марафонам у нас будут отдельные лендинги. То есть у нас будут все необходимые инструменты, которые позволят вам продавать эти марафоны в интернете и зарабатывать на этом хорошие деньги, друзья мои. И вы можете сказать о том, что это дорого, там, да, там наши марафоны будут стоить дорого, я вам не буду говорить, сколько стоит это сейчас, но вы можете говорить, что это дорого, но это не так, друзья мои, потому что если вы встречаете где-то марафон, который кто-то проводит из крутых спикеров, там стоимость его марафона там 1000, 2000, 3000 рублей, неважно. Чем дешевле марафон, который вы проходите, знайте одну вещь, тем дороже вам продадут в конце какое-то обучение. То есть когда человек проводит поверхностный марафон и в конце такой, а теперь секрет. Но этот секрет я расскажу только на следующем марафоне, который стоит 30 тысяч рублей. Все, кто прошел этот нищебродский марафон за 1000 рублей, могут получить скидку в 50%, и у меня только 10 мест. Побежали оплачивать. Ну, вот эти вот, знаете, маркетинговые штучки. Мы не про это, понимаете? Мы про то, чтобы открывать человеку все карты и ничего у него не допрашивать потом, не выпрашивать, что типа, давай, типа, вот купи еще дороже. Нет, друзья мои, честно, открыто, человек пришел получить экспертность, упакованную экспертность, пошаговую экспертность, разобраться в этой нише полностью, и мы готовы раскрыть его для него, эту нишу, да, то есть целиком полностью. И, конечно же, мы хотим проводить лучшие марафоны, которые есть на рынке, и чтобы платформа специализировалась как лучший инструмент по проведению автомарафонов, чтобы у нас все вот эти вот марафоны были в одном месте по четырем сферам жизни, да, еще раз, друзья мои, это деньги, это личностный рост, это, соответственно, здоровье и спорт, семья, дети, любовь, то есть по этим четырем сферам жизни, если у вас это откликается, вы можете заходить, проходить и, соответственно, получать знания, применять на практике. И почему это будут лучшие марафоны на рынке, друзья мои? Да очень просто, потому что это будет технически очень круто сделано, потому что у нас свой собственный функционал, который уже написан и готов к реализации для проведения марафонов. Второе – это лучшие спикеры, которых мы сможем найти на рынке, это лучшие эксперты в этих нишах. И третье –
это то, что у каждого человека есть возможность не просто смотреть какую-то полезную информацию, не только получать пользу, но и зарабатывать на этом неприлично большие деньги. Появляется возможность зарабатывать как у спикера, который проводит, так и у людей, кто посмотрел ту или иную пользу и потом этой пользой поделился. Сейчас открою чат, дайте мне обратную связь небольшую. Поставьте семерочки, кто хотел бы проходить такие марафоны по этим сферам жизни. Супер. Супер. Я очень рад, что вам это откликается. Самые лучшие, самые драйвовые, самые кайфовые марафоны будут на нашей платформе. И это будет первым продуктом. Первым продуктом, друзья, закрываю чат. Закрываю чат опять. Спасибо за обратную связь. Это будет первым продуктом, который будет в этой линейке продуктов, в этом маркетинге. Второе. Что у нас еще сейчас популярно? Чем пользуются другие компании, другие сетевые лидеры других компаний, просто пользователи других компаний? Что сейчас ищут много людей? Конечно, друзья мои, это автоматизация, все хотят, все помешали сейчас на этих виртуальных помощниках, да, то есть это удобно, когда у тебя есть собственный там автоответчик, есть собственный помощник, который порционно дает информацию и так далее. И у нас, соответственно, появляется сейчас, что у нас есть? Вы захотите сделать сейчас бота в Телеграме. Вот вы захотите сделать бота в Телеграме. Вам, во-первых, нужно найти какое-то обучение, найти какой-то конструктор, и всего скорее это обойдется 1000 в 3 рублей. То есть 3000 заплатите и сделайте конструктор себе в Телеграме ботов. Сможете создать своего бота. Либо ВКонтакте, допустим, там зайти на ВК-сендлер, создать бесплатно себе бота, но за каждое отправленное сообщение вы будете платить деньги. И, конечно же, это огромная боль для многих людей, и не буду ходить вокруг да около. В этом маркетинге у нас появится продукт, свой конструктор ботов, который, вы сможете настраивать, давайте так, свой конструктор ботов, где будет, самое крутое обучение, то есть как создать бота максимально просто, степ-бай-степ, шаг за шагом, где вы сможете, соответственно, неважно, сколько вам лет, 60 или 18, вы сможете простыми действиями создать себе помощника. То есть обучение, соответственно, как раскрыть потенциал этого бота, где его применять, где вы сможете им пользоваться, да, чтобы собирать максимально большую базу. Потому что свой личный помощник – это не просто бот, который выдает порционную информацию. Это еще и собственная база, чтобы вы начали формировать свою собственную подписную базу. И третье, вы сможете создать на нашей платформе своего собственного бота ВКонтакте и в Телеграме, и сможете использовать этого бота в любых целях. Вы можете под любую компанию, под любой продукт его настроить. То есть и собирать свою собственную базу, и с этой базой взаимодействовать. То есть вы сможете пушить уведомлениями, да, там рассылать какую-то информацию, там провели вебинар, разослали и так далее. И круто. Друзья мои, еще раз говорю, все идет в автоматизацию. Почему бы нам не занять эту нишу и не сказать о том, что у нас будет самый крутой конструктор? То есть есть конструктор отдельно в Телеграме, есть отдельно ВКонтакте, но нету, допустим, конструктора, да, то есть который можно сразу же сделать и ВКонтакте, и в Телеграме. Пожалуйста, появляется. То есть кто знает ВК-сендлер, я вам скажу, что по функционалу мы будем гораздо сильнее, чем ВК-сендлер. То есть поэтому здесь не нужно платить деньги, соответственно, этот продукт будет доступен вам непосредственно уже в этом маркетинге. Поставьте пятерочки, если вы будете пользоваться конструктором, будете настраивать и собирать, начинать собирать свою подписную базу. Супер. Я очень рад, что этот продукт вам тоже нужен. Но это действительно так, друзья мои. Вы должны понимать, что сейчас, я говорю, то есть берем представителя любой сетевой компании, что он делает? Ну вот я просто поведение человека, который пришел в сетевую индустрию, продавать там БАДы какие-нибудь, там пояса для похудения, стельки для здоровья, неважно. Ему рассказали про возможности, но он не знает, как звать людей, не знает, что... И он начинает смотреть, ему говорят, создай своего помощника. Он идет, там платит деньги, чтобы создать бота, настроить бота. Может платить людям, чтобы ему настроили какого-то бота.
Проходят такие люди марафоны? Да. То есть сетевики постоянно учатся, постоянно впускают в себя какую-то новую информацию. Сетевики постоянно познают какую-то, да не просто сетевики, обычные люди. Вот у меня есть бизнес, к примеру, у меня кофейня. Должен ли я развиваться и знать, как делать крутой контент, как, соответственно, упаковывать социальные сети, как находить клиентов, как настраивать рекламу? Эта информация мне как бизнесмену нужна. Пускай у меня бизнес на земле, но я должен учиться. И вот эти марафоны, они очень востребованы. Вот эти конструкторы не очень востребованы. Сервисы автоматизации очень востребованы. Готовое обучение востребовано. То есть, друзья мои, то есть не нужно теперь бегать, искать кому-то, мы все в одном месте, у нас это будет. То есть платформа, где есть все необходимые инструменты для создания и продвижения сетевого бизнеса. И буквально вчера мне один из партнеров скинул о том, что смотри, там конкурирующая компания запускает новый продукт, CRM-систему для сетевых предпринимателей. Начинают ее продавать за 39 евро в месяц. Сейчас я посчитаю, сколько это стоит в евро. 39 умножить на 80. 3120 рублей. Я говорю о том, что... Мы это сделаем для наших пользователей. Пускай они пользуются, пускай... то есть я смотрю по функционалу этой CRM-системы, она, ну, она очень слабая. Я говорю о том, что мы сможем это сделать. Да, мы сможем это сделать. Поэтому в ближайшее время у нас появится своя собственная CRM-система. Также в этом маркетинге она будет доступна. И, да, нет, она будет доступна и в этом маркетинге, и в матричном маркетинге. То есть, потому что CRM-система – это способ взаимодействия с людьми, с командой и так далее. То есть это будет очень крутой инструмент. Он будет чуть позже уже, но мы тоже сейчас начали вести разработки, потому что понимаем, что это сейчас востребовано на рынке, и людям это нужно. Если под это делают отдельную компанию и продают его за большие деньги, а это большие деньги, то почему бы нам не сделать, пускай у нас он будет. Поэтому, друзья, мы никогда не будем ничего выдумывать, понимаете, не нужно выдумывать велосипед. Если мы анализируем рынок, анализируем конкурентов, смотрим лучшее, что есть у них, и перенимаем к нам. То есть зачем нам что-то выдумывать, если мы видим о том, что это... Как сказать-то, это работает и это продается у других, мы это будем интегрировать к нам. Просто мы не будем брать их, мы сделаем свое и гораздо лучше, и круче, и эффективнее. Вот, соответственно, третьим основным продуктом, который будет только в этом маркетинге, смотрите, что сейчас еще популярно. Сейчас закрою чат, чтобы не было, опять не сбивал меня никто. Что еще популярно сейчас у представителей интернет-бизнеса, да, сетевых предпринимателей, просто предпринимателей, да, и просто люди сейчас тоже, сейчас у нас есть поколение Z, да, то есть это молодое поколение 2000 года, которое растет на поколении блогеров, да, которые, соответственно, понимают, что такое свобода в интернете, видят, сколько эти блогеры зарабатывают, как легко это дается. Друзья, ну деньги должны зарабатываться легко, ну это правда, ну серьезно, то есть... Любой бизнес, и все, не нужно ничего усложнять, все должно быть просто. То есть мы в любом случае сейчас придем к тому, что на нашей платформе будет там бизнес-квест, бизнес-академия, да, где любой новичок пришел, сделай раз, делай два, делай три, получи результат, делай раз, делай два, делай три, получи результаты, чтобы человек начал зарабатывать деньги легко, играючи, то есть, ну, вообще не заморачиваясь, да, то есть все должно быть легко, зачем что-то усложнять. Так вот, третьим продуктом, который сейчас очень сильно на хайпе, на рынке, это социальная активность, да, то есть социальная активность – это лайки, комментарии, подписки, да, то есть это из разряда как раз-таки тем людям, кто действительно хочет зарабатывать большие деньги, потому что интернет – это возможность стереть границы между городами, между странами, это возможность донести свою идею до тысяч, до миллионов других людей, неважно, где вы находитесь, то есть интернет – это самый мощный инструмент, а ваша социальная сеть, ваша страничка, да, то есть это ваше предложение. И мне честно сказать, вот я когда иногда у меня в новостной ленте выскакивает, да, или там я по хэштегу прохожусь, смотрю, что люди размещают, какие посты пишут, друзья мои, да, я это делаю. И мне порой стыдно становится за ваши странички в социальных сетях. Ну, правда скажу, то есть мне становится стыдно за ваши странички. То есть это представьте, что вы пришли на бизнес-встречу в рваной футболке, в грязной такой, знаете, здесь такой там какой-нибудь соус, да, такой на футболке размазан, рваные джинсы там, да, грязная обувь. И вот
вот вы пришли и рассказываете человеку про бизнес, ну, вас никто не будет воспринимать всерьез, друзья мои. И почему вы думаете, что ваша страничка в социальных сетях – это ваше лицо, это то, как вы выглядите, это ваша одежда, это ваша, всегда встречают по одежке. И когда я захожу, и мне становится стыдно, с таким человеком я бы не стал строить бизнес. Какие бы супер-пупер предложения он ни делал, понимаете? И вопрос вот этого, того, чтобы быть, а не казаться, понимаете? Мы не как в других компаниях, где я уже рассказывал, что есть там псевдообучение, где как баранов ходят на водопой, создай 20 страниц, эти 20 страниц загрузи туда, а в голове ни хрена не останется. Мы про то, чтобы вы приобрели необходимые знания и навыки, которые позволят вам создать крутой личный бренд, заявить о себе в интернете, увеличить охваты ваших социальных страниц и начать строить бизнес быстрыми темпами, приглашая людей в этот бизнес в огромном-огромном количестве. И что нужно, друзья мои, для этого? То есть, во-первых, вы должны понять, насколько ваша страница хорошая или плохая, да, то есть я должен понять, вообще хорошая моя страничка или неплохая. Тут у нас появляются квиз-тесты, которые позволяют вам, то есть быстрые тесты, которые позволяют вам оценить. То есть вы можете загрузить, допустим, пройти тест, и загрузить, допустим, там, сколько у вас подписчиков, сколько лайков, сколько просмотров на последнем посту, пройти мини-тест, и, соответственно, по итогам этого теста вам скажут, ваш аккаунт плохой, средний, либо хороший. Если плохой, система выдаст вам рекомендации, что необходимо сделать. Допустим, пройди, то есть ты плохо пишешь текста, пройди марафон по копирайтингу, научись круто писать текста. У тебя плохо обработка фотографий, пройди марафон по обработке фотографий. То есть вы четко понимаете ваши слабые стороны, и либо в этом месяце, либо в следующем месяце усиливайтесь, да, и становитесь лучше. Если у вас аккаунт средний, вам дают, соответственно, рекомендации, что сделать, чтобы ваш аккаунт был хорошим. Если ваш аккаунт хороший, мы вам расскажем, сколько на рынке блогинга вы сможете получать за ваш аккаунт, если вы будете делать крутые креативы, да, то есть и сколько бизнес готов вам платить за рекламу, и где можно разместиться, чтобы стать микроблогером, да, то есть и начать монетизироваться и получать дополнительные деньги. Еще такие тесты, допустим, ну, из разряда, какие тесты будут. Допустим, вам из 10 аватарок, аватарки – это вот в Инстаграме вот эти кружочки, вам из 10 аватарок нужно выбрать там любые 3, допустим. Вот. А для чего это надо? Для того, чтобы вы, когда в своем личном кабинете видите результаты теста, вы видите, что вашу аватарку также показали 1000 другим людям. И из 1000 других показов вашу аватарку кликнули, допустим, ни разу. Это говорит о том, что в новостной ленте, да, в ленте, когда человек листает просто, ваш аккаунт никогда не откроет. Ваша аватарка, она скучная и она не кликабельная, и поэтому ее никто не будет кликать. И, соответственно, вам дадут рекомендации, как сделать яркую аватарку, чтобы вы смогли быть кликабельны. Вы сможете сделать работу над ошибками и, соответственно, сделать ее кликабельной. Самое главное, у нас появится ротация. Ротация – это возможность получить обратную связь. Это самое ценное, что есть сейчас на рынке, на самом деле. Таких компаний, таких продуктов сейчас нет на рынке. Мне вряд ли кто скажет, что есть что-то подобное. Смысл очень простой, что все пользователи, кто будет участвовать в этом линейном маркетинге, могут по желанию проходить ротацию. Что это такое? Вы заходите в раздел соцсети, и вам дается профиль человека и его пост, то есть пост, который он написал. Вы заходите в его профиль, читаете его пост, должны поставить лайк и поставить и написать комментарий. Кто будет писать плохие комментарии, мы будем закрывать доступ в этот раздел. Мы научим вас писать комментарии, потому что написать комментарий человеку в социальных сетях – это выгодно вам, а не человеку. То есть и человеку выгодно, потому что чем больше лайков и комментариев у него будет, тем больше у него будет охват. Если у него больше охват, соответственно, его пост показывается большему количеству людей. Согласитесь, круто иметь охват там 10 тысяч, да, то есть это значит, что 10 тысячам людям показался ваш пост, и, соответственно, больше людей услышали о вас, о вашей идее и так далее. То есть, поэтому вот эта активность, социальная активность, которую вы делаете другому человеку, усиливает его. Но в вашем случае, когда видят этот пост, смотрят, переходят в раздел комментарии и видят, что если вы грамотный, адекватный, развернутый комментарий написали,
человек автоматически кликает на вас, переходит и смотрит вашу страницу. Это нормально. То есть практика и очень много технологий есть, когда пишут развернутые крутые комментарии каким-нибудь звездам, и потом люди получают так огромное количество прирост подписчиков и так далее. И мы научим вас писать комментарии, но для чего-то еще нужно. Смотрите, вы посетите профиль человека, напишите ему комментарии, вернетесь на платформу, и как в Яндекс.Такси, знаете, оцените его профиль, да, то есть по пятибалльной шкале, допустим, от одной звезды до пяти. Если вы оцениваете 1, 2 или 3 звезды, появляется дополнительная сноска, где вы должны указать, что вам конкретно не понравилось у человека. Описание, аватарка, текст, там, картинка. То есть вы должны дать человеку небольшую обратную связь, чтобы он смог проделать работу над ошибками и понять, в чем его слабые стороны. Согласитесь, круто получить вот эту конструктивную критику, то, что позволит вам быть лучше, друзья мои. Поэтому вы анонимно человеку оставите вот эту обратную связь, тем самым поможете ему быть лучше. То есть наша задача, да, помогать другим быть лучше. Когда вам один человек это говорит, что у вас вот это слабое место, вы можете не услышать. Но когда вам 10 человек тыкают пальцем, что посмотри, у тебя грязь вот здесь, вытери ее, и тем самым вы становитесь лучше, друзья мои. То есть вот это кайф, да, то есть бэкграунд, обратная связь, это очень круто. Тем самым вы проделываете это для 10 других людей, и потом можете разместить свой профиль, свою ссылку и получить на свой пост лайки, комментарии, да, то есть получить обратную связь. То есть сначала отдай, потом получи, я думаю, что это максимально справедливо. Вот, это еще один из продуктов, который будет в этом маркетинге. Вот, и дайте, пожалуйста, обратную связь в чат вообще, поставьте, не знаю, шестерочки, да, кому этот продукт был бы интересен. Круто. Круто, круто, круто. Круто, 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 круто. Кто был на зумах, сейчас не пишите. Не пишите ничего, кто был на зумах, кто знает. Кто не знает, друзья мои, вот эти три продукта, вот три продукта, которые уже будут, это марафоны от топовых личностей, 2 марафона в месяц по разным сферам жизни. Это конструктор ботов, где вы можете создавать личных помощников, использовать его в своих целях. И вот этот продукт по прокачке своих социальных сетей, получение обратной связи, про то, чтобы быть, а не казаться, да, про качество ваших социальных сетей. Сколько вы готовы были бы заплатить ежемесячно, чтобы иметь доступ к этому инструменту? Напишите сумму, которую вы готовы были бы ежемесячно платить, чтобы иметь доступ к этим инструментам. Тысяч. Ноль. Роман, если ноль, то тогда это не к нам, мы не благотворительность. $1. Так, Андрей Севастьянов. Поляки там, ну, понятно, там у Польши-то зарплата-то больше, друзья мои, вы что? Так, 4, 4, 6, 1005. Так, друзья мои, ладно, я не буду вас томить. Соответственно, у нас сейчас расскажу, сколько это будет стоить, как это будет выглядеть. Так, я сейчас приведу пример. Все, закрываю чат, сейчас буду презентовать. Все. Итак, смотрите, у нас запускается линейный маркетинг. Теперь про цифры, про big money. Big money, друзья мои, big game, big money. Начинаем. Итак, что это такое? Это инкубатор сетевых лидеров. Это возможность стать миллионером на ровном месте, можно сказать. Это возможность стартануть и получить крутой результат. Стоимость участия в этом маркетинге стоит $42 в пересчете на рубли, если кому-то удобно. Это будет стоить, соответственно, 3000 рублей. Давайте я сейчас буду приводить пример в рублях, потому что я живу в России, у нас очень много людей с России, и здесь удобнее расчет в рублях. Но, соответственно, я периодически буду вам показывать, сколько это стоит в долларах, и как бы периодически буду слайды показывать вам. То есть смотрите, стоимость 3000 рублей или $42. По факту это абонемент, который нужно оплачивать каждый месяц. Но если вы в первый же месяц сделаете правильные действия, то эта оплата будет единоразова. Друзья мои, еще раз, если вы в первый месяц будете применять на практике то, что мы вам говорим,
на курсе молодого бойца, на курсе новичка, то вы оплатите это только один раз. И вы со своего собственного кармана больше не будете вкладывать деньги. Вы будете пользоваться этими инструментами бесплатно и не просто пользоваться, а еще зарабатывать с этого деньги, ежемесячно зарабатывать и выводить себе неприлично большие деньги. Вот это вы должны понять. То есть, смотрите, стоимость 3000 рублей, 42 доллара ежемесячно. Соответственно, появляется рекуррентный платеж. Сейчас хочется, во-первых, сказать вам, что если вы думаете о том, что у нас будут появляться маркетинги каждый месяц, то вы ошибаетесь, такого не будет. То есть это крайний маркетинг, который появляется на нашей платформе. То есть линейный маркетинг будет усиливать матричный, матричный будет усиливать линейный. Я сейчас презентую и расскажу, почему он будет усиливать этот маркетинг и какие возможности перед вами сейчас открываются в плане заработка и какую помощь вы будете получать сейчас от структуры, от лидеров и так далее. Итак, что у нас получается? У нас есть стоимость 3000 рублей. Соответственно, ежемесячно вы получаете сразу же 500 рублей бонус за личную активацию. Этот бонус вы получаете каждый месяц. То есть если вы привели на платформу 10 человек, которые ежемесячно оплачивают 3000 рублей, вы получаете с каждого из них по 500 рублей. То есть я надеюсь, это понятно. Либо 7 долларов, да, то есть 7 долларов в пересчете на доллары ежемесячно. То есть это сразу же ваша прибыль. Оставшаяся сумма делится равномерно на 10 уровней. То есть 2500 рублей делится на 10 уровней по 10%. То есть 2500 по 250 рублей на 10 уровней идут вниз распределение. Точнее, распределение денег идет наверх, вот, но я вам сейчас покажу на примере таблички. Смотрите, представим такую ситуацию, что вы пригласили 3 человек. Вы зашли в маркетинг и за первую неделю пригласили 3 человек. Что вы получаете? Во-первых, вы получаете сразу же 500 рублей на ваш кошелек. С каждого из них это 1500 рублей. Плюс по 250 рублей, с каждого из них это 850 рублей. То есть 2250 рублей. Во вторую неделю вы, поработав с ними, объясняете, что нужно делать. Можете никого больше не приглашать. Вы просто объясняете, что нужно сделать, сделать следующее действие. То есть и школа новичка будет, и инструменты будут. Они делают то же самое и за вторую неделю приглашают также по 3 человека. И бах, вы уже заработали еще 2250 рублей. Плюс 2250 рублей, которые вы заработали выше, итого 4500. Все. На следующий месяц вам уже не нужно тратить собственные деньги. Вы заработанных 3000 рублей оплачиваете и, соответственно, 1500 рублей у вас остается чистой прибыли. Вы поработали с этой маленькой группой. Это ваша зона ответственности, это ваша команда, 3-9 человек. Поработали с этой командой, и они дали дубликацию вниз, и каждый пригласил по 3, то есть эти 9 человек пригласили по 3, и вы еще 6750 заработали. Смысл в том, чтобы вывести вот эти 6750 заработанных денег, вам не нужно ждать, когда у вас полностью закроется уровень. За каждого человека вы сразу же получаете по 250 рублей. То есть упал человек в 5 уровень, вы получаете 250, упал человек в 7 уровень, а вы получаете 250 рублей. Самое интересное, что, смотрите, у нас есть лидеры, есть люди, которые делают сумасшедшую активность, просто сумасшедшую активность, и вы понимаете, что у любого сильного лидера обычно в первой линии там, ну, обычно человек 100 минимум. 100 человек, которых они активировали, которых они привели. У меня в первой линии 722 человека. 722 человека у меня в первой линии. А в линейном маркетинге в первую линию можно поставить именно в первый уровень под себя, в первый уровень можно подставить только 3 человек. То есть представь, у меня 700, а я могу поставить только 3. Для чего этот маркетинг сделан? Чтобы мы, лидеры сильные, могли не на словах, а на деле помогать новичкам. То есть я ставлю свою в первую линию 3 человек. Соответственно, оставшиеся 9 идут переливом под этих 3. Я помогаю этим 3 уже не словами, а действием. Соответственно, следующие 27 человек идут в третью линию. Я помогаю, кто находится на втором уровне и на первом уровне. Они уже видят первый результат, видят первые заработанные деньги, получают как бы, ну, первый вот этот момент, что у них что-то начинает получаться, они видят этот результат. Понимаете? И они тоже получают с этого деньги. То есть я поставил перелив ему во второй уровень, да, но деньги начисляются на 10 уровней вверх. Соответственно, он получит сразу же, сколько? 250 рублей с человека. То есть я получу 750, потому что человек упал во второй уровень, то есть 500 за личника и 250 рублей.
И мой личник, которого я пригласил, поставил ему переливом, может что сделать? Позвать еще там 3-4 человек. Ну, позвал он 4 человек. Соответственно, тот, кому я поставил перелив, заработает еще 1000 рублей. То есть 4 раза по 250 рублей. Согласитесь, круто. То есть это из разряда того, что мы берем ответственность не только за себя, да, но и за других людей, помогаем другим людям и так далее. То есть, и здесь вы сможете выйти наконец-то на пассивный доход. Я пришел в сетевой бизнес, да, именно за пассивным доходом, потому что именно это может дать сетевой бизнес, чтобы однажды проделанная вами работа превратилась в пассивный остаточный доход. Друзья мои, вот это важно. Еще раз. Чтобы однажды проделанная вами работа превратилась в пассивный остаточный доход. Это когда вы в человека приглашаете в бизнес, вкладываете в него свои знания, свою энергию, свою любовь, помогаете ему, да, и он выходит на какой-то результат, а потом уходит куда-то. Это плохо. А когда он выходит на какой-то результат и ежемесячно начинает зарабатывать там 4, 5, 7, 10 тысяч рублей, он уже останется здесь навсегда. То есть это называется золотые наручники в сетевом бизнесе, когда человек начинает зарабатывать какие-то определенные деньги. То есть в разных компаниях продуктовых это называется по-разному. Где-то там это называется там, звезда, мастер элит, элит, бриллиант, там, наставник первого уровня, второго, неважно. Но смысл в том, что когда ежемесячно человек начинает зарабатывать свои 10-15 тысяч рублей в месяц, он видит, как люди другие зарабатывают 500, миллион, 2, 3, он стремится к ним, хочет зарабатывать, как они, но у него что-то не получается, но он ежемесячно рад вот этой сумме денег, он ежемесячно также проплачивается, ежемесячно пользуется продуктом. И да, я говорил, что 70% прибыли – это повторные покупки, 30% будет человек отваливаться, будет говорить, ой, не мое, нет времени, там, находить какие-то причины и так далее. То есть это как раз-таки задача с этой командой, со своей командой, которую вы наработали в первом месяце, с оставшимися 70% людей, соответственно, доработать до этих 100 и вырасти до 150, до 200% в следующий месяц. Вот этот маркетинг линейный – это не игра в быструю, чтобы вы понимали, это игра в долгую. Это когда вы, если ежемесячно, даже просто в первый месяц вы найдете только 3, проработаете целый месяц с ними. На следующий месяц поможете им вторых 3 пригласить. На 3 месяц еще 3 пригласить. На 4 месяц вы сможете, соответственно, еще по 3 проработать. То есть вы будете плотно прорабатывать. На 5 месяц еще по 3, на 6 еще по 3. Посмотрите через полгода, на какие деньги можно выйти. Я не говорю про то, что каждый из вас сможет зарабатывать 22 миллиона ежемесячно. Ежемесячно. Потому что каждый месяц люди оплачиваются, команда оплачивается. Я говорю вам про то, что вы 22 миллиона рублей в месяц. Я думаю, все хотели бы получить эту сумму. Но давайте так, вы сработаете, то есть в долларах это 311 873 доллара. Эта команда 88 тысяч человек, много. Но этих людей не вы приводите в бизнес. Может ли быть такое, что вы привели Васю и Петю, Петя позвал Машу во второй уровень, Маша позвала Диму в третий, а Дима в четвертый уровень позвал Колю. А Коля говорит такой, блин, тема-то крутая, у меня есть целая команда специалистов, СММщиков, которые сейчас настроят рекламу на эти крутые марафоны, и вообще мы этих марафонов сейчас на 1000 штук продадим. И они продают 1000 входов в этот маркетинг. То есть по факту они продают марафоны просто для клиентов. Клиент даже может не знать, что он зарабатывает в линейном маркетинге, он потом узнает. Но они продают 1000 этих марафонов, и вы получаете результат от его работы. Вы его знать не знаете, он находится от вас в 5 уровне. Но вы получаете дивиденды от его работы, потому что вы начали эту цепочку. Или Коля говорит о том, что, блин, да у меня есть Маша, она блогер, там у нее какой-то блог детский там в Инстаграме, 500 тысяч подписчиков. И она просто приглашает 10 тысяч человек, и вы получаете результат от ее работы. Конечно, 88 тысяч – это при идеальных условиях, но можете ли вы пригласить в бизнес какого-нибудь топового сетевика с большой командой, эксперта в email-рассылках, эксперта в автоворонках, эксперта в таргетированной рекламе? Возможно, вы нет. Но, возможно, у ваших знакомых, у ваших людей в команде, у кого-то есть такие специалисты, потому что нас окружают абсолютно разные люди, и, возможно, на глубине где-то появится, и вы начнете зарабатывать с этого. То есть вы можете получать не только помощь от вашего наставника в виде переливов,
вы сможете сами делать эти переливы слабым людям. И на глубине у вас могут появиться лидеры, которые могут вам просто принести баснословные деньги. Понимаете? Вот это важно, друзья мои. И по мне это очень круто. По мне это очень крутые возможности. Плевать на 22 миллиона. Давайте мы от этой суммы сделаем всего 10%. Кто хотел бы получать 10% ежемесячно, друзья мои? Ну, давайте будем честными. Кто хотел бы 10% от этой суммы получать ежемесячно, пассивно? Это 2,5 миллиона рублей, друзья мои. Ну, это уже такой средний чек. Не средний, это топ-чек компании. А хрен с ними. На 1%. Сможете ли вы сработать на 1% от этой суммы? А это всего лишь там 800-1000 человек. 1000 человек может появиться у вас через 3 месяца, через полгода. Но она появится, если вы будете работать, если вы будете включены. Потому что с каждым новым месяцем работать все будет легче, легче и легче. Потому что вы будете набирать критическую массу людей в ваш бизнес, в ваш маркетинг, и эти люди будут дублицироваться и помогать другим людям. И вы ежемесячно будете получать. В первый месяц вы заработаете свои 10 тысяч, потом заработаете 30 тысяч, потом 50 тысяч. Задача расти по чеку каждый месяц, понимаете? И мы вас будем учить этому, мы вас будем помогать. Мы дадим вам все необходимые инструменты автоматизации, настроек, чтобы вы каждый научился приглашать по 3. Представьте, если мы рано или поздно, а я уверен, что рано или поздно, мы все равно сможем сделать такую систему, где каждый человек прямо играючи может пригласить 3. Вот представьте такое на секунду, что мы сможем дойти до этого. Ну почему нет? Ну кто-то же отправляет ракеты в космос, понимаете? Я иногда думаю, блин, как вот такой большой тяжелый самолет летает? Да, вот я обычно летаю, когда очень часто летаешь, я начинаю запариваться. Блин, как такую штуковину? Это ж надо человеческий мозг, мозг додумался, понимаете? Такую бандуру в небо затащить или там ракеты в космос отправить. Ну, человеческий мозг это же сделал. Почему мы не сможем додуматься, если мы в этой нише крутимся, вертимся? Почему мы не сможем сделать какого-то бота, какого-то помощника, какую-то воронку, где человек заходит и понимает, что да, сейчас подо мной выстроится 3 человека и дальше все. Если мы это сделаем, представьте, за 10 дней как бах у вас опустится и все. Будьте с нами на одной волне, друзья мои. Мы будем стараться пробовать найти вот эту кнопку, да, то есть не бабло в данном случае, а кнопка трафик, да, и пошел трафик усыпаться всем по 3 вот так вот равномерно, все получают и пользуются этой кнопкой. Почему нет? Я больше чем уверен, что сможем. Если не мы сможем, другие смогут, потому что я уверен, что таких идиотов в хорошем смысле этого слова, да, то есть которые верят в чудеса, да, то есть и рано или поздно кто-нибудь найдет это, и мы... А мы подсмотрим и сделаем еще лучше. В лучших традициях просто гей. Поэтому, друзья мои, это большие деньги. Big money, big money. 1% 250 тысяч ежемесячно. Давайте сделаем 0,1%, 25 тысяч в месяц получать. Я думаю, что вы, работая на работе, зарабатывая там свои 30 тысяч рублей в лучшем случае, да, я думаю, что давно уже не видели прибавок к своей зарплате. Вы в прошлом году зарабатывали 30, в позапрошлом, позапрошлом. Я вряд ли думаю, что зарплата у вас росла. А если росла, то там, дай бог, на 1% или меньше. Инфляция у нас в России 10%, у вас зарплата должна там на 3 тысячи в месяц расти, а в следующий месяц там на 3 300, да, там и так далее, то есть геометрическая прогрессия. А на практике это происходит следующим образом. Инфляция 10%, а прирост зарплаты там вместо 3 тысяч 1 тысяча, да, и вы с каждым годом беднее становитесь, а не богаче. Здесь вы можете ежемесячно увеличивать свою заработную плату. Это прям зарплата будет ваша каждый месяц, понимаете? Но вы сможете эти деньги выводить, друзья мои, самое главное, ежедневно. То есть вы сможете выводить эти деньги ежедневно. Заработал, вывел. Упал перелив, вывел. Упал перелив, вывел. Кто-то поставил на глубине кого-то, вывел. Представьте, что у вас будет вот сейчас критическая масса там. То есть в какой-то период времени вот в сетевом бизнесе, в линейном маркетинге, именно в линейном маркетинге происходит следующее. Вы работаете плотно месяц, два, три, в четвертый, а на пятый месяц происходит вот такой щелчок. И все уходит из-под контроля. То есть в первый месяц вы могли все контролировать, во второй, в третий, в четвертый, а в пятый месяц вы уже ничего не контролируете, потому что появились какие-то лидеры, которые льют трафик и так далее, и вы просто заходите в личный кабинет и охреневаете, что происходит.
потому что просто вы там за день заработали 25 тысяч, потому что кто-то зашел и завел 100 человек. Или как в сетевом бизнесе, да, то есть в сетевом бизнесе это не когда один человек прикладывает 100% усилий, это когда 100 человек прикладывают по 1% усилий, и в конечном итоге получается эти 100% усилий, понимаете? И каждый прикладывает по чуть-чуть, и в конечном итоге мы получаем этот результат. Я надеюсь, это понятно, друзья мои. То есть это самый сочный маркетинг, который есть на рынке. Потому что здесь он решает очень много проблем. Вы зарабатываете с глубины, ваши лидеры от вас не уйдут, потому что они ежемесячно зарабатывают хорошие деньги. Здесь есть рекуррентный платеж, и, соответственно, здесь вы сможете зарабатывать достойные деньги. В этом маркетинге вы сможете раскрыть себя полностью, раскрыть свои лидерские качества. Здесь крутой продукт, который будет постоянно улучшаться. Я вам обещаю, что через 3 месяца вы не узнаете продукт, который он будет максимально востребован, максимально на хайпе, о нас будут знать очень многие. И за эти 3 месяца мы вырастим огромное количество миллионеров. Я больше чем уверен, что в июне месяце у нас появится с десяток миллионеров. Люди, которые уже сейчас на старте, мы готовы пахать, и они знают, что нужно сделать. Им нужно сделать всего лишь, грубо говоря, пару тысяч человек в структуру, да, а при геометрической прогрессии это несложно сделать, понимаете? И они в июне месяце выйдут на эти цифры, потому что они знают, куда потратить эти деньги. И согласитесь, круто, что появятся у нас такие кейсы, потому что продавать проще будет потом. То есть я буду гордиться каждым миллионером, который будет появляться на нашей платформе, потому что я смогу продавать его результат и говорить о том, что вот у нас столько могут зарабатывать. И тогда другие люди смогут поверить, что да, действительно, здесь есть большие деньги. Это не просто игра, это игра действительно в большие деньги. И чем один маркетинг будет усиливать другой? Давайте поговорим про это. У нас есть маточный маркетинг. Все, что остается в маточном маркетинге, остается в маточном маркетинге, оно недоступно будет тем, кто участвует в линейном. И наоборот, если человек участвует только в линейном маркетинге, ему недоступны будут инструменты, которые доступны в маточном. То есть человек может выбрать зайти в линейный, зайти в маточный, либо зайти в линейный плюс маточный. Если он заходит в линейный плюс маточный, ему доступно абсолютно все, что есть на платформе. Если он заходит только в линейный, он будет видеть, что есть на платформе, он будет заходить в раздел обучения, он может даже посмотреть первый урок каждого обучения, но он не сможет перейти ко второму уроку, потому что ему скажут, что тебе необходимо оплатить матрицу $12,500. Тем самым вы можете заводить людей как в линейный, так и в матричный, можете, да, и наоборот. Вы можете собирать команду только в матричном маркетинге. То есть многие думают о том, что сейчас будет какой-то расфокус и так далее, то есть и там люди будут теряться. Нет, друзья мои, используйте. Не думайте о том, что вы можете сейчас потерять, думайте о том, что вы можете сейчас приобрести. Если вы настроите свою команду только на матричный маркетинг, и вы как лидер будете вести их за собой, то окей, без проблем. Работайте, зарабатывайте, нет проблем. Если вы настроите о том, что вот сейчас мы с тобой работаем в матричном, делаем первый результат, первые 40 заработанных долларов, инвестируем в линейный, в линейном ты получаешь какие-то инструменты и начинаем выстраивать тебе потихонечку бизнес в линейном маркетинге. То есть это как трамплин, можно использовать матричный маркетинг, когда вы с $12,500 можете заработать 40, уйти в линейный. И самое главное, в линейном маркетинге вы можете зарабатывать хорошие деньги, да, то есть еще раз переведу на доллары, да, заработать там $280 на четвертом, 95 на третьем, то есть заработать эти первые там $400 и прокупить там себе в матрицах второй, третий, четвертый, пятый стол. То есть у нас огромное количество команд, которые сейчас будут использовать линейный маркетинг как трамплин для более дорогих матриц, чтобы в линейном маркетинге люди ежемесячно зарабатывали и инвестировали в матрицах, потому что матрицы – это тоже источник дохода. Представьте, у нас на базе нашей платформы есть 3 источника дохода, 3. Этого более чем достаточно. И наша задача каждый из этих источников дохода сейчас укреплять, понимаете, улучшать, усиливать, укреплять. И чтобы вы зарабатывали еще больше денег, друзья мои. Дайте сейчас обратную связь в чат. Когда старт линейного маркетинга? Сейчас все скажу. Но это не совсем тренар. В тренаре обычно тебе выплачивают деньги только тогда, когда у тебя закрыт уровень. Да? То есть и тренар обычно заканчивается, он заканчивается там 4-3 уровнями и так далее. Так, сейчас, друзья, запрещу сейчас писать опять. Все супер, бомба, ракета, спасибо. Здесь большой текст. Сергей написал, сейчас послушаю.
Как это будет происходить? Смотрите, месяц начинается у человека с момента оплаты. Если человек оплатил 8 числа, у него месяц с 8 по 8 число. Если он оплатил 10, с 10 по 10. У каждого будет таймер в личном кабинете, и будут даны рекомендации, что вам нужно сделать в тот или иной момент, чтобы, если вы нацелены на бизнес, да, то есть, и, соответственно, вы будете видеть всю структуру, всю свою команду, будете видеть, сколько людей на каждом уровне, это само собой разумеется. Маркетинг будет в долларах, то есть фундаментально оплата будет происходить по доллару, но в личном кабинете будет рычажок, и вы сможете переключить таблицу, вот как я, допустим, мне в долларах неудобно, пересчитывать сложно, я просто делаю, и по текущему курсу мне эта табличка пересчитывается из долларов, она пересчитывается в рубли, и, соответственно, либо в тенге, либо в гривнах, в какой валюте вам удобно будет, то есть, соответственно, вы сможете видеть, сколько вы зарабатываете, да, то есть именно в своей валюте. И вот этот момент. Что хочется еще по маркетингу сказать? Есть ограничения в этом маркетинге, сразу скажу. Ограничение следующее. Вы можете получать перелив. Допустим, вы встали, ваш наставник вам накидал переливы, он поставил вам одного человека, допустим, одного человека поставил, этот одного 10 привел. Вы увидели у себя на счету там за эти 11 человек по 250 рублей с каждого 2750 рублей. Эти деньги у вас на балансе лежат, они заморожены. Эти деньги вы не можете вывести. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно пригласить трех человек, чтобы вы могли возможность выводить 50% суммы. Если вы приглашаете трех человек за 30 дней, вы можете выводить 50% суммы, которая вам накапала в виде переливов, в виде там, работы вашей команды. Вы приводите трех. С каждого из этих трех вы получаете по 500 рублей. Эти деньги вы можете также снимать. То есть 1500 рублей – это бонус за личное приглашение, это ваши деньги. Эти деньги вам уходят на баланс, соответственно, эти деньги вы можете снимать, можете использовать для оплаты следующего месяца. За этих трех, которых вы привели, как это рассчитывается? 250 рублей, которые вам начисляются в маркетинг. С этих 250 рублей 25% уходит в заморозку в следующий месяц. То есть там 50 или 70 рублей, сколько это будет по курсу на смотреть. 70 рублей, допустим, уходят в заморозку на следующий месяц, на реинвест. И если у вас на следующий месяц сумма набирается 3000 рублей, чтобы вы не из собственного кармана платили, а вот с этих по 250 рублей вам накапало, да, там по 70 рублей в реинвест ушло, соответственно, если у вас сумма набралась 3000, то у вас прокупается. Если набралась, вы можете просто дополнить необходимую сумму и оплатить следующий месяц. Дальше, то есть вот с этих 250 рублей 25% снялось на покупку следующего месяца. Оставшаяся сумма делится на две части, из которых 50% вы можете выводить. То есть вам всегда приходит перелив, там ваш личник поставил, вам пришли эти деньги, и у вас 50% этой суммы все равно остается в заморозке, а 50% вы можете выводить сразу же. Чтобы у вас была возможность выводить все 100% денег, которые вам приходят, то есть они не переходят в компанию, еще раз, эти деньги замораживаются в вашем личном кабинете, и вы их видите. И вы в любой момент можете выполнить условия, разморозить эти деньги сразу же перейдут к вам в личный кабинет, на кошелек, и вы можете эти деньги вывести. Чтобы выводить 100% суммы, у вас должен быть заполнен второй уровень 9 человек. Эти 9 человек можете приглашать не вы. То есть самое интересное, что у вас появляется зона ответственности. Зона ответственности – это ваши первые два уровня. То есть два уровня – это ваша команда, с кем вы должны работать. То есть смысл в чем? Что вы должны пригласить трех человек, чтобы у вас была возможность выводить деньги. И помочь этим трем пригласить еще по три. И может случиться так, что двое из них привели по три человека, а один привел только одного, а двух не может. И в данном случае вам не хватает во втором уровне двух человек. И здесь может быть прийти перелив от вашего наставника. Каким образом переходит перелив? Сверху вниз, слева направо в слабую ногу. То есть он находит в системе слабую ногу и заполняет вам ячейку. Если перелив от наставника придет заполнить ячейку, окей, если не придет, вы должны поставить перелив этому человеку, вы должны найти в своем окружении еще двух и заполнить эту дырку. И тогда у вас будет возможность выводить 100% денег. То есть вы можете поработать с этим человеком, которого вы пригласили, чтобы у него была дубликация, провести с ним зумы, школу, там, смотивировать, показать свой результат, еще что-то. И он сделает дубликацию, и вы пригласите, соответственно, второй уровень. Первый месяц, может быть, это сложно, но я сомневаюсь, что это сложно, потому что это 30 дней. За 30 дней, друзья мои, империи создаются за 2 недели и разрушаются за 2 недели. Поэтому вы
поработав один месяц. То есть, смотрите, во-первых, вы зарабатываете сразу 4500 рублей, да, то есть 3 человека по 2000, ну, 2250 плюс 2250, сразу же в первый месяц вы зарабатываете 4500 рублей, из которых 3000 уходит на последующий месяц, 1500 вы в полном объеме снимаете. В следующий месяц вот эта команда, 3 человека, 9-12 человек, с ними проработав, вы можете прогрести еще 2 уровня вниз. То есть поработать с ними, чтобы они поработали, да, то есть и переливы ставить друг другу, помогать друг другу, и у вас откроется. То есть и вам не нужно будет в следующий месяц искать новых людей. Важное условие, чтобы у вас каждый месяц было всего лишь 3 активных и заполнен 2 уровень. Все. То есть если у вас люди проплатились на следующий месяц эти же 3, то, соответственно, вам не нужно на следующий месяц никого искать. Если у вас оплатило только 2, один не стал оплачивать на следующий месяц, вам нужно дополнить этого одного человека. Это будет заставлять людей делать действия, мотивирует. Они будут понимать, они будут видеть деньги в заморозке, видеть сумму какую-то. То есть представьте такую ситуацию, что человеку пришел перелив какой-то сильный, этот человек привел там сотню человек, человек видит у себя на балансе 25 тысяч, а их снять не может. Чтобы ему снять, ему нужно сделать усилия, пригласить еще 2, еще 1, заполнить 2 уровень, и у него есть такая мотивация, стремление закрыть вот этот быстрее 2 уровень. Соответственно, у тех людей, кому упали переливы, они тоже видят эти деньги, им тоже хочется, и вот эта вот, понимаете, динамика, которую мы сейчас заставим, я вам скажу, что сейчас в лидерском чате, ну, кипиш, да, то есть и мы все равно устроим жаришку в этом маркетинге. Вы можете мне сейчас сказать о том, что я видел подобные маркетинги, и они быстро затухают и так далее. Любой маркетинг можно потушить, и любой маркетинг можно взорвать и работать на этом маркетинге года и десятилетия. До нас, до компании «Просто Гейм» все матричные проекты были пустышки. То есть типа купи бизнес-место пустое и все. То есть бред и все, и ничего больше. Просто купи бизнес-место, ну и все. А сейчас, да, то есть это продукт на основе матричного маркетинга. И сейчас те компании, которые заходят на матричном маркетинге, должны сделать продукт не хуже, чем у нас. Они уже не могут делать маркетинги пустышки, понимаете? Они уже должны подкреплять это каким-то продуктом, чтобы причем этот продукт соответствовал цене, понимаете? То есть вот что они должны отвечать. И почему вы думаете, что мы сейчас не взорвем этот маркетинг? И, ну, я даже не сомневаюсь в том, что сейчас у нас есть критическая масса лидеров, вот это очень важно. То есть критическая масса лидеров, кто нас поддерживает. Мы не с нуля начинаем этот маркетинг. Мы не базируемся на этом маркетинге. Мы сейчас, собрав огромную подписную базу, огромное количество лидеров, да, на нашей платформе, готовы сейчас качнуть, опустить этот маркетинг, помочь более слабым людям. То есть представьте, у меня лично сейчас появится там сотня людей в моей первой, второй линии, которые получат огромное количество переливов. И это первый результат, который они увидят в бизнесе, который позволит им поверить в себя, в этот бизнес. И они с этим результатом могут уже легче приглашать людей. Они, в свою очередь, начнут приглашать делать переливы еще кому-то, помогать кому-то, понимаете? И в сетевом бизнесе, конечно же, очень важно говорить не о том, сколько ты зарабатываешь, а сколько зарабатывают твои люди. И в этом маркетинге я с гордостью могу говорить и буду говорить, сколько зарабатывают именно мои люди, моя команда, потому что здесь я им помогаю, я им делаю переливы. И вот это очень важно, друзья мои. То есть это маркетинг, который будет помогать более слабым и лидеров, да, то есть, соответственно, заставлять работать со своей командой, да, ну, зачем заставлять, лидеры так понимают, зачем ему это надо. Каким образом это сейчас будет происходить? Смотрите, завтра, 28 числа, в 6 вечера, нет, давайте 8 вечера, нет, чтобы всем было удобно, в 6 вечера, в 18.00, 28 числа у вас появится кнопка «Оплатить в личном кабинете». Вы можете оплатить с личного, вы можете оплатить с баланса. То есть вы можете сейчас пополнить баланс на $42, и, соответственно, приготовить деньги, чтобы у вас были. Можете оплатить с карты, там, как удобно с платежной системой. 28 числа у нас, соответственно, стартует предстарт. И чем раньше вы оплатите, тем ближе вы будете к своему лидеру. То есть если у вашего лидера, допустим, 100 человек в первой линии, то он в первую линию может поставить только 3, во вторую 9. То есть чем раньше вы оплачиваете, тем больше вероятность, что вы попадете к нему в эту 3, либо в эту 9, да, то есть и вы получите от него больше переливов. Соответственно, чем раньше вы оплачиваете, тем ближе вы становитесь к сильному партнеру, вот так больше скажу. Соответственно, 28 числа стартует оплата, и, соответственно,
5 числа у нас официальный старт. То есть вот этот промежуток времени будет дан, чтобы все люди оплатили. Все, кто хочет, все были ознакомлены, чтобы все люди знали, понимали, зачем, чтобы мы сейчас разобрались, чтобы мы сейчас провели огромное количество зумов с командами, смотивировали, разбудили, чтобы вы еще раз прошлись по своей команде, разбудили тех, кто спит, да, то есть тех, кто не активировался, предложить им зайти, возможно, у них какие-то условия в жизни поменялись, да, и, соответственно, возможно, им сейчас понадобятся как раз-таки либо деньги, либо эти инструменты, и, соответственно, 5 числа мы стартуем. Привязка к наставнику будет. Вы не сможете обогнать своего наставника. То есть если вы активируетесь даже там сразу же завтра, а ваш наставник активируется, допустим, 30 числа, то наставник под вами не будет. То есть приоритет всегда наставник. То есть если ваш наставник заходит в этот бизнес, то вы его обогнать не сможете. То есть это максимально правильно. Потому что, ну, как сказать-то, привязка к наставнику будет. Если ваш наставник не заходит в этот бизнес до 5 числа, тогда вы уже обгоняете своего наставника, идете под вышестоящего, и потом, когда наставник, допустим, одумается, там, 6, 7, там, 10 числа или в следующий месяц, он уже с большей вероятностью попадет под вас. И у нас работает принцип компрессии, то есть тоже очень важно упомянуть, компрессия работает в полном объеме. Вы пригласили Петю в первый месяц, Петя пригласил 3 человек. На следующий месяц Петя не оплатил, эти 3 человека его оплатили. Вы получаете, как за лично приглашенных, по 500 рублей от этих людей, потому что теперь это ваша команда, вы с ними будете работать. Но Петя может оплатить, допустим, на 3 месяц работы. И, соответственно, опять вернется в систему и опять будет получать со своих личников. Пока его нету, вы получаете. И, соответственно, вы по компрессии, вам открывается еще уровень, вы будете зарабатывать. Так, еще раз, завтра в 18.00 появляется кнопка «Оплатить». Чем раньше вы оплачиваете, тем ближе вы становитесь к своему наставнику. 5 числа мы стартуем официальный запуск. Я делаю презентацию, показываю продукты, инструменты. Мы с вами делаем дорожную карту, по которой рассказываем, что в какие моменты будем запускать. И сразу же с 5 числа стартуют марафоны. Первый марафон будет уже готов, соответственно, и каждый там неделю, 2-3 мы будем дополнять список марафонов. Вот, соответственно, все, наверное, что я хотел сказать именно по тому, что у нас планируется сейчас. Вот, поэтому, друзья мои, подумайте. Сейчас хочется почитать ваши вопросы. Вкладка «Вопросы» я пока закрою, сейчас хочу ответить на ваши вопросы. Мы взорвем этот маркетинг. Я даже не сомневаюсь. Мы 100% его взорвем, мы заявим о себе на рынке, мы покажем, кто есть здесь. Как строить настоящий бизнес, как строить бизнес по-новому. Новое поколение сетевых предпринимателей, друзья мои. 3 человека в первую линию можно каждый месяц. Смотрите, то есть в первую линию это вы можете, чтобы... То есть мы не ограничиваем 3 человека в первую линию. Если вы пригласите 100 человек в первую линию, то вы со всех 100 будете получать по 500 рублей каждый месяц, плюс по 250 рублей. То есть ваш личник может упасть во второй уровень, в третий, в четвертый, неважно. Но он ваш личник, и вы с него будете ежемесячно получать, но вы помогаете тем самым своей команде, делая им переливы. Вот, поэтому 3 человека не нужно каждый месяц, то есть не нужно обязательное условие, нет, что каждый месяц. То есть обязательно, чтобы 3 было активировано каждый месяц. То есть вы можете найти в первый месяц 3, и они каждый месяц сразу же будут оплачиваться, и, соответственно, вам будет проще, да, то есть вам будет проще, вам не нужно будет в следующий месяц искать. Если один отваливается, то одного нужно найти будет. Можно ли в линейном маркетинге иметь несколько бизнес-мест? Вопрос, зачем? То есть, чтобы вам иметь... Здесь как бы такой момент, на самом деле, мы вроде и не против, потому что от этого никто не проигрывает, потому что даже если вы под собой зарегистрируете дополнительное место, вы все равно должны выполнить условия, чтобы у него было 3, а у 3 9, получается, и вам, если вы не сможете заполнить эти уровни, вы не сможете получать туда прибыль, то есть логики в этом вообще никакой нету, получается, и люди, по факту, которые выше, тоже не будут против, что у вас дополнительное место, потому что они за это место тоже получают до 10 уровня глубины. Короче, с точки зрения бизнеса это вообще нелогично, то есть вы вряд ли меня сейчас можете убедить, что вам выгодно иметь несколько бизнес-мест, потому что вот мы просчитали максимально точно, то есть скажу так, чисто официальное мнение, что нельзя иметь несколько бизнес-мест, но с точки зрения логики, если вы мне сможете доказать личное сообщение, что вы вам выгодно иметь несколько бизнес-мест, и сможете сделать это, ну, то есть здесь, понимаете, выгода в чем?
что вы помогаете людям, что вы создаете армию людей, которые ежемесячно начинают зарабатывать деньги. И ваша выгода в том, что вы нарабатываете пассивный доход. То есть моя выгода в том, чтобы помочь людям получать первые деньги. Если они начнут зарабатывать свои 10, 15, 20, 30 тысяч каждый месяц, я выхожу на пассивный доход. Я думаю, каждый из вас мечтал там купить себе квартиру, сдавать ее за 20 тысяч и так далее. Здесь, чтобы выйти на пассивный доход, 20 тысяч нужно сделать минимальные усилия, поработать пару месяцев, и вот вам 20 тысяч каждый месяц пассивный доход от работы вашей команды. Поэтому здесь, наверное, больше в команду надо вкладываться. Поэтому давайте... Нет, один аккаунт только можно делать. Николай, скажите, пожалуйста, если человек зайдет только на линейный маркетинг, ему будут доступны все инструменты? Нет. Если он заходит на линейный маркетинг, ему будут доступны, как я уже сказал, сразу марафоны, конструктор ботов и... социальная прокачка. То есть им будут доступны эти три инструмента. Сервисы, которые есть в компании, и обучение, которое есть, им будет недоступно. И чтобы им получить туда доступ, им нужно оплатить матрицей. И он оплачивает именно в вашей системе матрицы. Два вопроса. Останется ли матричным? Он матричный проект останется, это фундамент. Мы его никуда не уберем, потому что это самый крутой инструмент, который есть, потому что он позволяет вам самим генерировать средний чек, и исходя из этого среднего чека получать достойные деньги, потому что у нас есть люди, которые сразу, я беру к себе в команду только тех, кто заходит на $1000, все, он шестерых завел на $1000, $2900 себе чистыми заработал, все, то есть где еще так можно заработать там 3 штуки баксов за минимальное действие, его люди повторили, он еще раз заработал, кайф, кайф. Будет ли лендинги на линейный маркетинг? Да, у нас и лендинги, и видео готовятся для линейного маркетинга с подробным описанием. У Игоря Кристинина 10 тысяч человек на странице. Как вы думаете, он будет приглашать их в наш бизнес? Понятия не имею. Спросите у него. Я не могу говорить за других людей. Когда появятся все продукты? Они появятся все в июне. Все в июне появятся марафоны. Часть марафонов появится сразу со старта. Вот. По датам я скажу чуть позже. Сейчас у нас вопрос дат решается. Приветствую, можно с вами обсудить. В Телеграме одно мое предложение. Напишите мне в личное сообщение, конечно, можно обсудить. Матрицы останутся? Да, останутся. Будут ли такие же лендинги с марафона с оплатой сразу 3000, как на сторис? Будут ли такие же лендинги на марафон с оплатой сразу 3000, как на сторис? Будет ли такие? Да, да, да. То есть каждому марафону будут свой лендинг. Будут свои лендинги. Так, отвечаю, опять открываю вам вкладку «Вопросы», можете задать вопросы, и открываю вам чат. Поставьте, друзья мои, сейчас плюс, кто будет заходить в маркетинг, и минус, кто не будет заходить в маркетинг. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Плюсы, 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 с ума сойти. С ума сойти. Друзья мои, это ли не кайф? Мы просто сейчас взорвем, качнем этот маркетинг. Ага, кайф, кайф. Смотрите, сколько плюсов, друзья мои. Но это действительно очень крутой инструмент. То есть вы не найдете сейчас маркетинг, который слаще, чем этот. Давайте будем честными. Вы не найдете маркетинг, который слаще этого. И это факт. Это 100% факт. Запись будет? Да, запись будет. Она будет выложена через пару часов на Телеграм-канал и в YouTube-канал. Так, замечательно. Вкладочка «Вопросы» полетела. Не для пенсионеров с мизерным... Да, то есть смотрите, пенсионеры с мизерной пенсией и так далее. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет отговорки. Вопрос в том, о том, что... вопрос выгоды, понимаете? То есть люди... которые не готовы к динамике, к драйву, люди, которые не готовы к большим деньгам, и людям, которым комфортно развиваться медленно, не спеша, для вас матрицы. Просто заходите на $12,5 и не спеша, тихонечко, закрываете одну матрицу, вторую, третью. Для вас скорость развития матриц зависит только от вас, и вы не спеша строите этот бизнес вообще. То есть, этот бизнес для тех, кто будет качать, кто готов, кто хочет раскрыть себя, кто готов к большим деньгам, кто готов биться до конца, играть в долгую. Играть в долгую, и готов ли он там за 3-4, за полгода выйти на доход там 100-200 тысяч, ежемесячно его получать. Вопросы. Сейчас закрыл вкладку «Вопросы», сейчас опять прочитаю. Каждый месяц нужно оплачивать $42, да. То есть, я сказал, что если вы правильные действия сделаете, вам не нужно будет оплачивать каждый месяц.
потому что вы с заработанных денег уже будете оплачивать, а эти деньги вы будете, соответственно, выводить каждый месяц еще, да, с этого маркетинга. Поэтому нужно сделать правильные действия в первый месяц, просто слушать наставника, просто слушать лидеров, которые будут говорить, что нужно делать, смотреть школу новичка и просто повторять действия. Конструктор ботов когда планируется? В июне месяце, и он будет доступен в линейном маркетинге. 3000 ежемесячно, абонентская плата. Это рекуррентный платеж, это то, на чем строятся крупные сетевые компании, продуктовые сетевые компании. Да, то есть и... Давайте так, честными будем. Вот давайте, я могу ходить вокруг да около и так далее, но есть продуктовые сетевые компании. Да, есть хорошие сетевые компании, друзья. То есть если вы сейчас участвуете в какой-то сетевой компании, не берите это к себе близко к сердцу. Это мое видение, это мой опыт ведения работы в сетевых компаниях, продуктовых сетевых компаниях. Продуктом же может быть разное, понимаете? Продуктом может быть игра. Да, то есть, и вот сейчас игры разные, знаете, когда донатят, и любая игра сейчас по прибыли, по оборотам затыкает там за пояс любую нашу российскую сетевую компанию, понимаете, то есть они миллиардные, сотни миллионов долларов оборота игры делают, просто детские, просто там кристаллики какие-нибудь, еще что-нибудь. IT-продукт более востребован сейчас, и IT-продукт решает конкретную боль, понимаете. И вопрос логистики, налогов, то есть расходов гораздо меньше на IT, чем на продуктовые, понимаете? И продуктовые компании здесь задача продуктовой компании, я разочаровался в этом бизнесе, честно скажу, возможно, есть компании, которые дают действительно крутой продукт, офигенный продукт дают, там у них крутые БАДы и так далее, но я в эту компанию пойду, я буду просто потребителем и потреблять продукт, но смысл в чем, что... Идея продуктовой компании – взять дешевый продукт, максимально дешевый, придать ему ценность, там, сказать, что он лечит от всего, чем можно, или это супер, там, какая-нибудь там вещь, которая там, я не знаю, там, придать ценность разными вещами маркетинговыми и дешевый продукт продавать задорого, продать задорого. И здесь цена легко определяется. То есть представьте, есть овсяная каша, которую ты видишь, что она стоит в магазине, там 30 рублей, а тебе ее продают за 2000, и у тебя резонанс в голове происходит, ты понимаешь, и ты не готов строить бизнес. А IT-компания, и в данном случае наша компания, она позволяет решать основную боль, искать людей, получать новую профессию, становиться экспертом в каких-то областях. То есть мы как раз-таки направлены как раз на это, и IT-продукт, он более ценен, я вам так скажу. Ценности разные у продуктов, да, ценности абсолютно разные. Вот, и скорость распространения нашего бизнеса, она гораздо быстрее, потому что мы можем человеку дать, сказать, на, попробуй пробный период, на, установи наше приложение там на неделю, да, мы все равно рано или поздно придем к этому. На, попробуй там еще что-нибудь. Такого открытого, позитивного настроения и заряженного успеха учредителя сетевой компании. Спасибо большое, Татьяна. Все очень просто. Я не смотрю сверху вниз на людей, которые работают в компании. Я сам нахожусь в сети, и я знаю боли своих людей. Я привожу людей в этот бизнес, и я смотрю, на чем они затухают. Я вкладываюсь в лидеров, смотрю, на чем они затухают. Чтобы их взбодрило, чтобы их смотивировало, я сам нахожусь в строю, я работаю вместе со всеми в полях, понимаете? Я отвечаю каждому партнеру в личные сообщения, решаем проблемы каждого человека. Мы видим боль каждого человека и готовы предложить решение этой боли. В этом и заключается бизнес. А второй закон, понимаете, вселенной, то есть законы, закон притяжения, да, там джоули, не джоули, там разные законы жизни. А закон вселенной один, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И на этом базируется наша компания, понимаете, на честных, чистых человеческих отношениях. Так, вопросы. Скажите, пожалуйста, все продукты будут после старта доступны? Нет, то есть еще раз, будут доступны только марафоны, потом допривяжем конструктор и будет социальные сети. То есть мы постепенно будем вводить этот продукт. Здесь есть плюс то, что вы попадаете в 1% людей, от которых начинается этот маркетинг, и, соответственно, вы становитесь первыми. В течение июня месяца мы эти все продукты догружаем, и, соответственно, с июля месяца мы ведем разработку над новыми продуктами, и которые еще будем усиливать этот маркетинг. То есть, и, соответственно, вы сможете им пользоваться. Вот. Расскажите про привязку продуктов к матрицам, и еще вроде хотели делать.
Но оно будет той серии. То есть, еще раз смотри, мы будем усиливать матричный проект и матрицы. То есть на каждой матрице будет своя ценность. Мы будем делать новые IT-продукты для матриц и будем делать IT-продукты для линейного маркетинга. И они будут доступны. Я мечтала быть в начале компании. Это круто. Вы в начале компании. Я давно искала, взывала такими профи, где же вы, кто сможет такое сделать, привести для интернет-маркетинга. Браво, Николай, спасибо большое за обратную связь, очень приятно. Спасибо, друзья мои, спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что с нами на одной волне, поддерживайте нас, плюсы.